Внимание, прошу тишины. Всем стоять тихо и внимательно слушать. Всем тихо! Сейчас Грю и Дрю будут рассказывать нам что-то интересное. Это будет интересная история. Ну, Грю, начинайте. Ну, если все собрались, тогда мы начинаем. Мои дорогие миньончики, мы сегодня с моим братом Дрю хотим вам рассказать кое-что очень интересное. Ну что, Дрю, начинай свой рассказ. Привет, миньончики! Рад вас всех видеть. Вас сегодня собралось очень много. И знаете, для чего я вас собрал? Сейчас вы все поймете. Я в своем логове сделал новую разработку. Теперь мы из простых миньончиков можем делать мини-миньончиков. И все это будет происходить в моем логове. Вы слышали это, друзья? Теперь вы из простых миньончиков можете стать мини. Да, ты прав, Грю. Теперь вы все можете стать мини-миньонами. Вау, вот это круто! Мы будем все мини-миньончиками! Хотелось бы мне это испытать. Мы все хотим этого, Дрю, давай же показывай. Мне тоже надоело быть поросенком. Я хочу быть мини-миньончиком. Давай, 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 Грю, начинай. Ну, конечно же, всех я сразу не смогу превратить. Начнем потихоньку. А самое интересное, знаете, будет что? Будут сюрпризы. Мы даже не знаем, какие получатся мини-миньончики. Сейчас все увидим. Итак, начинаю представление в своем логове. Ура, начинается, начинается! Итак, это наши первые испытатели. Из вас мы сейчас сделаем мини-миньончиков. И не простых, а настоящие сюрпризы. Вы, главные миньончики, ничего не бойтесь. Мы с Дрю будем за всем следить. Ну что, давайте же уже начинать. Заждались мы. Мне тоже будет очень интересно посмотреть, какой сюрприз получится из меня. Итак, смотрите все за мной и повторяйте. Сейчас мы спустимся ко мне в логово. Сперва мы с Грю там все подготовим, а потом уже вы. Итак, я первый. Итак, люк открывается. И я первый залетаю туда. Хопа! А потом сразу я. Хоп! Ну вот мы и на месте. Давай пока все подготовим. Но я даже не знаю, что мне делать. А тебе делать ничего не надо. Ты просто встань наверх на смотровую площадку. Понял, тогда я пошел, поднимусь сюда, а ты начинай, я буду со стороны за всем наблюдать. Конечно, братишка, все будет классно. Ну вот и отлично, все сверху хорошо видно. Я стою перед папиной фотографией. Да, точно, это наш папа. Благодаря ему мы с тобой, Дрю, такие отважные, такие умные. Итак, начинаем процесс. Опускается ко мне мой монитор, отлично. Ну что, я первый, я пошел, папа, я тоже пошел. Давайте, давайте, двигайте, следующий, опа, я тоже туда. Ну все, все в колбе. Начинай, Дрю. Вижу. Сейчас начинаю. Нажму только на кнопочку. И все, процесс начинается. Итак, все пропали. И сейчас начнут вылетать сюрпризы из этой трубы. Посмотрим, что получилось. Итак, наблюдаем, что сейчас будет вылетать из этой большой трубы. И вот пошли сюрпризы. Первый. Второй. Ух, смотрите, какие шарики. Третий. Еще, еще, еще. Да сколько же их тут? Очень много. Я вызываю Потапа, чтобы он нам помог раскрыть эти сюрпризы. Ему это будет тоже очень интересно. Ты опоздал, братишка. Я Потапа уже вызвал. Смотри, вон он идет. Привет, друзья. Вы снова в гостях у Потапа. И сегодня мы с вами в логове у Дрю. И посмотрите, что они нам приготовили вместе со своим братом Грю. Вот столько различных сюрпризов. Шарики, фонарики. И везде тут мини-миньончики. А кто где, пока не знаем. Везде одна неизвестность. Сейчас раскроем все эти сюрпризы и посмотрим, кто нам сегодня попадется. А два брата Грю и Дрю будут за всем следить. Конечно, мы будем следить за всем. Нам очень интересно, кто сегодня попадется в этих сюрпризах. Итак, начинаем. Первый шарик. Вот такой вот красивый шарик. Вот такой вот глазик миньона. И посмотрим, кто же в этой коллекции у нас. Сейчас откроем. И будет все понятно. Вот так вот скрываем этот первый шарик. И посмотрим, кто же спрятался тут. Итак, открываем первый шар. Тут еще один пакетик. Еще тут, смотрите. Вот такая вот коллекция миньонов в этих шариках. Посмотрите, какие они все разные. И все они мини. Тут их очень-очень много. Есть даже золотые. Вот было бы классно, если нам попадет золотой сегодня. Итак, открываем первый сюрприз. И посмотрим, кто же затаился в нем.
Итак, первая игрушка. Ух ты, классно! Вот такого животного у нас еще ни разу не было. Итак, друзья, первая мини-игрушка. И это собака, которую зовут Ярд. Вот такая вот собачка. Ярд-собачка. Маленькая и очень верная. И она служит только миньонам. Итак, друзья, продолжаем дальше. Теперь откроем вот такой вот фонарь. Посмотрите, и тут написано, что фигурки светятся в темноте. Неизвестность, кто там, пока мы не знаем. А вот такой вот классный фонарик, смотрите, сделан. И там внутри лежит наш заветный пакетик. Итак, открываем. Сейчас посмотрим, кто здесь у нас затаился. Итак, убираем пленочку и достаем. Кто же у нас тут? И раскрываем. Достаем пакетик и посмотрим, кто у нас спрятался тут. Ух ты! Вот такой вот миньончик, друзья. Вот такой миньончик был в этом фонарике. А зовут этого светящегося в темноте миньончика Боссмен. Это самый главный миньон-строитель. Все только его и слушаются. Итак, мы продолжаем дальше, друзья. Давайте раскроем вот такой вот шарик очередной. И посмотрим, кто тут нам попадется. Итак, открываем. Кто же в этом пакетике? Достаем. Ух ты! Посмотрите, миньончик с дубинкой. А этого древнего миньончика с дубинкой зовут Громиньон. У него такая здоровая дубинка. Наверху, посмотрите, здесь костяшка. Вот такой вот красивый резиновый миньончик. Итак, продолжаем дальше. Теперь откроем вот такой вот фонарик. И посмотрим, какой светящийся миньон спрятался тут. Открываем. Итак, все убираем. И открываем очередной фонарик. Достаем заветный пакетик и посмотрим, кто же тут. Ух ты, посмотрите, какой миньончик с гольф-клюшкой. Вот такой вот красивенький миньончик, который играет в гольф, друзья. Вот такая вот у него зеленая кепочка и классная клюшка. Этот миньончик тоже светится в темноте. Итак, у нас очередной фонарик. Открываем его. Сейчас посмотрим, кто спрятался тут. Итак, открываем. Достаем. Желтый пакетик. И кто же в нем? Ух ты, посмотрите, какой миньончик нам попался. Супер. Вот он какой красавчик. А сверху здесь морская звездочка, которая прилипла к колбу этого миньончика. Он тоже светится в ночи. Видимо, что-то с ним случилось. О, вот так кричит этот миньончик. Очередной фонарик. Открываем его. И достаем оттуда игрушку. И посмотрим, кто спрятался у нас в этом фонарике. Открываем. Достаем. Опа. Вот такой вот, друзья, подводник. Миньончик серфингист. Вот на такой доске он плавает по волнам океана. Вот смотрите, как он веселый, жизнерадостный миньон. Он тоже светится в темноте. Итак, продолжаем дальше. И еще один фонарик. Открываем его. Сейчас снимем вот эту вот бумажечку. И открываем. Достаем пакетик. И кто же в нем? Ух ты, повтор, друзья. Опять такой же миньончик, который плавает на доске. Первый повтор за сегодня, друзья. Итак, продолжаем дальше. Теперь откроем вот такой вот шарик сюрприза. Посмотрим, кто спрятался тут. Итак, открываем. Посмотрим. Ух ты! Вот это супер! Вот это классный миньончик! Супер мини-миньончик! Вот такой вот привлекательный, интересный, улыбается. Вот он какой, видите? Впереди у него какие штанишки. И волосы какие интересные. Прическа у него очень замечательная. Вот такой вот очередной мини-миньончик нам попался. Итак, продолжаем дальше. Открываем очередной фонарик.
и посмотрим. Ух ты! Такого тоже у нас не было. Миньончик-гитарист. Итак, друзья, вот такой вот музыкальный миньончик нам попался. Смотрите, какие у него классные очки. Они серебряные. Вон, как они блестят. Классный миньончик. Между прочим, он тоже светится в ночи. И у нас последний шарик с сюрпризом. Сейчас его откроем, и это будет последний на сегодня наш герой. Ух ты! Посмотрите, какой миньончик из Гавайев нам попался. Вот такой вот веселенький миньончик. Классный мини-миньончик. Вот как веселится и как танцует. Нам бы попасть на этот фестиваль. Классные сюрпризы получились в логове у Дрю. И много разных новых миньончиков нам сегодня попались. А самое главное, среди них те, которые светятся в темноте. Вот они, друзья. Видите, как светятся эти миньончики в темноте? Вон они какие красивые. Вау, как классно. Вот так вот, друзья. Настоящие фосфорные миньоны. Смотрите, какие суперские миньончики. И все они мини. Ну а сейчас, друзья, самое интересное. Я объявляю о начале нового конкурса, в котором будут разыгрываться вот такие вот 4 миньончика. Один из которых светится в темноте, а другие меняют свой цвет в воде. Итак, 4 мини-миньончика. Чтобы участвовать в этом розыгрыше, нужно обязательно подписаться, поставить лайк и написать комментарий к этому фильму. И тогда вы, возможно, станете победителем в Потапе. А на сегодня у нас все, друзья. До новых встреч в Потапе. Всем удачи в розыгрыше.